Приготовим настоящий украинский борщ. Ингредиенты в описании. Погнали. Подсаливаем воду и ставим нагреваться. Забрасываем мясо и варим около 2 часов. В процессе варки снимаем пенку. Нарезаем лук мелким кубиком, морковь соломкой, болгарский перец также соломкой. И измельчаем чеснок и помидоры. И шинкуем капусту. Обжариваем лук и морковь на подсолнечном масле до легкого золотистого цвета. Добавляем болгарский перец и свеклу. И столовые ложки 10% уксуса. Свеклы в этом году было очень много, и чтобы она не испортилась, сделала заправку для борща. Очень удобно. Добавляем чеснок и обжарим на небольшом огне 15 минут. Нарезаем картофель и вылавливаем мясо. Забрасываем картофель и варим до готовности. Разбираем мясо по волокнам и возвращаем обратно. Добавляем пережарку и капусту и варим 15 минут. Солим и перчим по вкусу и добавляем лавровый лист. Посыпаем зеленью и варим еще около 5 минут. Вы только посмотрите, какой вкусный и классный борщ получился. Приятного аппетита!